Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сразу приглашаем вас к участию в нашем диалоге. Вернее, триалоге. У нас будет дискуссия, три эксперта. Я тут сижу, принимаю ваши сообщения в чат. Пожалуйста, пишите, и мы также будем голосовать. Пишите более подробное сообщение. Россияне, имперцы или нет? Страдают ли они вот этим имперским сознанием? Или вы считаете, что они от него совершенно свободны? Это не их проблема, все эти имперские амбиции их правителей, если они тоже существуют. Это мы тоже будем обсуждать. Но начнем с истории, которая случилась 8 лет назад. Геннадий Хазанов, хорошо вам известный, отправился в Кремль праздновать свой день рождения. Хотя в таких случаях обычно сидят дома и ждут гостей. Но поскольку приглашен он был самим Владимиром Путиным, тут уж деваться некуда. Он пришел, Владимир Путин вручил ему подарок, ну, конечно же, кулинарную книгу какого-то 1910 года, потому что он был известным выпускником кулинарного техникума. И тут Геннадий Викторович попросил журналистов удалиться. Он сказал: «Я бы хотел, чтобы это не записывалось, потому что сейчас вот то, что я хочу сделать, не для печати». Но жестокий Владимир Путин заявил, что у нас пишется все, вы сейчас этот эпизод увидите, и действительно все это записалось. Давайте восстановим в памяти эту историю декабря 2015 года. Это не обязательно писать. Дорогой. Мне, для меня очень. Это для меня. Тогда давайте. Все. Сейчас. Ты куда пошел? Ты. Ну, это гораздо больше, чем тихо. Ну вот, видите, придется, если бы вы что-то поскромнее принесли, а это я по себе оставил, это придется сдать теперь в Кремль. Да, потому что один в алмазном фонде, а второй может стоять в кабинете. Не-не-не, спасибо большое, это я найду применение. Хорошо. Спасибо. Хорошо, это, да, Геннадий Викторович. И вот, да, подставочка, вот, подставочка, подставочка, подставьте. Да. Но поскольку юбиляр сегодня не я, а вы, то вам как раз это и подойдет. Нет. Красиво. Нет, для меня это тяжелая шапка. Когда чуть позже Геннадия Хазанова расспрашивали, почему он это сделал, он, почему такой подарок, он сказал, что я давно мечтал подарить это Владимиру Путину. Я заказывал эту корону у мастера, который специализируется, это очень тонкий мастер, очень редкий мастер, который специализируется на изготовлении орденов царской Российской империи. И вот я хотел сделать этот подарок, и я сделал. И с нами на связи политический советник Александр Харебин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы вот для начала вас спросила, как вы думаете, а почему, как же в игре «Что, где, когда», а почему он сделал такой подарок Владимиру Путину? Вот что он хотел этим показать, продемонстрировать, Геннадий Викторович? Он мечтал сделать такой подарок, и это случилось. Знаете, наверное, лучше его об этом спросить. Ну, его спросили, говорит, мечтал. Да. Находясь в Украине, видя, к чему привели такие подарки. И как Российская Федерация из Российской Федерации европейского направления или направления европейского толка превратилась в фашистское нацистское государство, прикрываясь идеями там имперскости, цивилизации. Это, кстати, отдельный разговор. Да. Россия — это русская цивилизация или это все-таки имперская Россия? Потому что я думаю, что Путин или сознательно, или бессознательно путает русскую цивилизацию и Российскую империю. Даже недавнее выступление Папы Римского, когда он призывал российских студентов помнить историю Великой России, это тоже такое смешение сознательное или бессознательное европейских элит, европейской цивилизации, западной цивилизации. Поэтому Хазанов, наверное, хотел очень простой вещи, хотел прикоснуться к вечному, показать себя частью великодержавия, великорусского шовинизма, великой русской империи, ну, поцеловать, полобызать ботинок царя, императора, как угодно, получить какие-то соответствующие бонусы, преференции
Вот и все. Все банально. То есть все. Он понимает, вот всерьез говоря, он понимает, что эта корона в кассу. Она падает на... Это падает, к сожалению, она не упала на Владимира Путина, но тем не менее на благодарную почву. То есть он понимает, что он этого ждет тоже. Я ждал, чтобы ему подарить, но и он ждал, чтобы как-то засвидетельствовали его имперскость, императорствость. Ну, конечно же, это осознанный. Но когда человек рассчитывает на подношение, на подарок, причем один на подношение, другой на то, что это подношение будет принято, значит, есть запрос. Соответственно, реакция на запрос, реагирование на запрос. Все очень понятно, цинично, по-человечески понятно, с точки зрения геополитики понятно. С точки зрения человеческой этики, морали, это совершенно циничный подонок, совершенно циничная история, которая привела к нынешней войне и нападению России на Украину. Спасибо, Александр. И он, как человек, видимо, не глупый, Геннадий Викторович, поэтому ровно все потому, что это будет так оценено. Не хотел, чтобы это было показано, но я еще раз говорю, что жестоко Владимир Путин сказал, у нас все записывается. Ну вот, записалось. Мы начинаем наш сегодняшний разговор с нашими экспертами. По удивительному совпадению их зовут три Александра. Александр Харебин, Александр Подробинок и Александр Гагон, историк. И это как Александр I, Александр II, Александр III. Но я не буду называть вот так их, а все-таки по имени и фамилии наших замечательных гостей. Мы начинаем с выступления Александра Подробинока на конференции в Варшаве, на международной, с которой он только что вернулся. Он выложил это свое выступление, полемическое, я бы сказала, дискуссионное в социальную сеть на своей странице в Фейсбуке. Мы берем оттуда небольшой фрагмент, и вы поймете, почему именно этот фрагмент станет началом нашей дискуссии. На Западе бытует мнение, что Россия действует сегодня, исходя из классических имперских побуждений. Приводятся два основных аргумента – захват чужих территорий и исторические традиции. В действительности для Кремля имперский нарратив – это всего лишь пропагандистский трюк, обманка для народа, попытка хоть чем-то оправдать жесткий курс. Другой нарратив – победа во Второй мировой войне, гордость за предков и обида на весь мир за недостаточно высокую оценку советского героизма. Оба нарратива вытащены из старой истрепанной колоды пропагандистских штампов. Надо бы что-нибудь поновее, поубедительнее, но нет, ничего лучше не нашлось. Долго придумывали новую национальную идею. Не придумали. Пришлось довольствоваться тем, что есть под руками, советскими ценностями не первой свежести. Меня удивляет, насколько легко Запад проглотил эту наживку и стал объяснять сегодняшнюю политику Кремля имперскими побуждениями. По-настоящему имперских настроений в стране нет. Никто в России не пойдет сегодня воевать за имперскую идею, тем более добровольцем. Никому это не нужно. Достаточно вспомнить, что когда благополучно развалился Советский Союз, никто и пальцем не шевельнул ради его спасения. С тех пор ничего не изменилось. Люди в России заняты выживанием, а не мечтами о территориальных приобретениях. На Западе рассуждают об имперских комплексах россиян, насмотревшись российского государственного телевидения и начитавшись российских государственных газет. Да, там этого вполне хватает. Там имперская карта разыгрывается по полной программе. Но это не более чем шоу, совершенно не отражающее подлинные настроения в России. Почему на эту удочку попались западные политики, публицисты, политологи, общественные деятели, уму непостижимо. Может быть, потому что это упрощает для них картину мира? Меня, конечно, спросят, если Россия сегодня ведет не имперскую политику, то какую же? Что является движущей силой войны с Украиной? Я с легкостью отвечу. Цель кремлевской политики сегодня только одна – сохранение власти президента Путина и его ближайшего окружения. Это все. Больше ничего нет. Никаких имперских амбиций и заботы о будущем России. Вся нынешняя кремлевская риторика и пропагандистская бравада служат только одному – сохранению диктатуры на бесконечно долгий срок. Вот Александр Подробинок с нами на связи. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну, как было воспринято ваше выступление, во-первых? Ну, вероятно, с некоторым удивлением. Потому что, ну, существуют штампы, утвердившиеся в общественном сознании, а здесь какая-то такая ломка, диссонанс. И, ну, мне было много вопросов задано. Но так, вы знаете, дискуссии по этому поводу не было. Ну, может быть, времени не хватило, может быть, аргументов. Это называется разрыв шаблона. Вы разорвали шаблон. Тогда мы будем говорить немножко об этом подробнее с вами и с гостями. Есть еще другие выступления на эту тему. Я бы вот что хотела вас спросить. Вы совсем исключаете фактор
тоски, ностальгии этого русского человека по большому пространству. Оно и так у него большое, но оно уже было гораздо больше, и оно утеряно. И вы говорите, что им их втравливают в эти мысли на федеральных каналах, им подбрасывают, как говорят, нам подбрасывают, но они не ведутся. А вы уверены, что они не ведутся? Что вот нет, этого у них действительно нет в них? Лен, прежде всего, нету такого русского человека. Это очень общее понятие. Люди очень разные. Но вы же их обобщили, когда вы написали, что русские люди этим не страдают. Вы обобщили их. Я не сказал, а сказал, что нету таких настроений в обществе. Я имею в виду, конечно, настроения такие, которые, ну, которые можно описать как общенародные, да, настроения общества. Конечно, есть люди, которые страдают имперским недержанием, да, им очень хочется большой империи. Но, Господи, ну, в любом обществе всегда есть такие люди. Есть умные, есть дураки. Ничего нового здесь не придумано. Вопрос в том, каково их количество, какова их пропорция в обществе и каково их влияние. Вот сегодня влияние людей, которые исповедуют имперские идеи, больше, чем любое другое. Ну, хотя бы просто потому, что во главе страны стоит человек, который очень ловко манипулирует этими имперскими старыми имперскими лозунгами. И, соответственно, к нему подбирается дворня, которая либо думает точно так же, либо просто подпевает, чтобы не выпасть из общего тренда. Но сам он при этом никогда в своей жизни не признается, что он обуреваем этими самыми амбициями имперскими. Никогда. Да нет, он, может быть, и признает, потому что лучше иметь хоть какую-нибудь идею, чем никакую. Никакой, на самом деле, никакой идеи нету. Просто власть, как писал Орел. Цель власти – власть. Все, это все, что им надо. Ну, хотелось бы, чтобы была какая-нибудь романтика, какая-нибудь идея. Пусть даже не очень хорошая, но все-таки идеальная какая-то, идеальная подоплека. Ну, поэтому подобрали то, что есть, то, что лежит на поверхности, то, что еще не очень забыто. То есть, вот если еще раз подводить итог тому, что вы сказали, вы исключаете в массе настроений вот эту вот имперскость, исключаете в массе, мы говорим о общих настроениях, и вы исключаете, что власти движимы такими комплексами или желанием вернуть прошлую имперскую силу и мощь, они делают только то, что они должны делать с их точки зрения, чтобы удержать эту власть. В том числе война в Украине – это тоже способ удержания этой власти. Никак не расширение территории, не возвращение прошлого величия, а только удержание власти почему-то. Вы знаете, если говорить об обществе, то я не исключаю этого. Я этого просто не вижу. Этого просто нету. Ну, я живу вокруг люди, понимаете? Да, ну, понимаю я это. До лампочки эти территориальные вопросы. Но они, может быть, поспорят, хорошо это или плохо, но это идет, знаете, от того, что, ну, какую-то бросили такую информационную косточку, они ее обгладывают. Угу. Но не более того. Не более того. А что касается власти, то нет, у них, наверное, есть это... Но она на втором, на пятом, на десятом месте. Это для них имперскость – это не цель, а средство. Вот война в Украине, с Украиной, война с Грузией, любая другая война, которая еще будет, если этот режим останется, это будет средство для удержания власти, для того, чтобы консолидировать правоохранительные органы, чтобы общество было задавлено страхом, чтобы все боялись сказать лишнего слова. И вот для этих целей нужна война. А приправа для этой войны, нужен же какой-то повод. Ну, приправа здесь будет величие страны, новые территории. Хотя, ну, слушайте, 21 век, какие новые территории, кому они нужны? Да и аннексия Крыма ясно показала, что территориальные приобретения не прибавляют ни экономического благополучия, ни политического, никакого в стране.
Очень интересно. Да, спасибо, Александр. Это, я думаю, что мы получим реакцию наших зрителей, что все-таки война – это чтобы запугать собственное население. А вот я могу и так. Не для того, чтобы особенно что-то прирастить в 21 веке, невозможно, такие вещи считает Александр, а просто запугать, что вот не понравилось мне, я пошел и повоевал, отбомбился. И с нами на связи Александр Гагон, историк. Александр, здравствуйте. Считаете ли вы, что все-таки есть такая штука, как историческая? Вот Александр это исключает под Рябинок и считает, что это штамм. Но, тем не менее, генетика, имперская генетика, существует ли она и распространяется ли она на сознание современного россиянина? Ну, генетически мы все люди, неважно, какого цвета кожи и на каком языке говорим, поэтому генетически это исключено. Что же касается какой-то традиции, то вот в выступлении первого Александра Советника... Нет, давайте его назвать Александр Первый. Вот. Допустим, присутствовала очень распространенная такая вот, ну, такое смещение понятий. Александр сказал, что раньше была вот Россия европейская, потом она сместилась в сторону фашизма и нацизма. Но ведь фашизм и нацизм, я вот в Германии нахожусь, это сугубо европейские явления. Здесь речь идет о том, что это все стадии процесса, а не то, что там одни в Европе извечные демократы живут, а вот в Азии или в Африке там деспотизм прирожденный, с молоком матери впитывается в кровь. Империя — это понятие, увы, оно очень размытое, аморфное и бессодержательное часто. Если мы берем Российскую империю, то императором первым себя провозгласил Петр I. До этого был Александр, было Московское царство. На первый взгляд, вот царь — это вот как-то вот по-нашему звучит, а император — это уже такое вот заимствование. На самом деле царь — это тоже измененный от Цезарь, кесарь. Юлий Цезарь был он и императором, что по латыни значит военачальник, правитель, и он же был и Цезарем, это было его имя. Отсюда и пошло, что царь, что император. Царь переименовался в императора, Алексей был тишайший царем, Петр первым императором. Что изменилось? Ничего не изменилось. Как была Московское царство, стала Российская империя, но структура экономики, структура власти осталась та же самая. Поэтому вот концентрация на какой-то имперскости — это уход дискуссий с важных вопросов, структуры власти, структуры... Нет, подождите, чья концентрация? Внешних экспертов, там, международных наблюдателей, наблюдающих за тем, как российское общество, слово развивается, не подберешь, и как оно тут поживает? Или концентрация самих россиян на имперскости? Чья концентрация? Всех концентрация, как всех. Внешних экспертов, так и даже российской оппозиции на слово ту имперскость, угу. Что это такой имперский комплекс, имперская идея, это уход от важного ключевого вопроса о структуре власти, об этапе, который проходит Россия. Россия в настоящий момент отсталая страна с отсталой системой власти, диктатуры. То, что необходимо сокрушить диктатуру, это объединяет всех. И это то, что перестанет придавать России агрессивный импульс, внутренний режим авторитарный. И именно это важный очень вопрос, потому что вот я живу в Германии. И здесь вы удивитесь, что Германия называлась империей с 1871 года по 1945. Это что была у нас империя? Кайзер, Вильгельм, Бисмарк им помогал. Потом, после Кайзера, Веймарская республика, где свобода была на грани анархии, она тоже называлась Райх, Германская империя. Так. Потом пришел нацизм, что-то совсем другое. Но все это были три официальные империи. И до сих пор вот США, иногда их ряд политологов называют империей, и американцы дают к тому повод сами, потому что огромное здание в Нью-Йорке, где я был, прекрасный вид, Empire State Building, это здание имперского штата.
основатель США Джордж Вашингтон сказал, это будет основой, этот штат Нью-Йорк будет основой нашей империи. С тех пор США никаких революционных изменений не претерпевало, бывала только эволюция. Что это тоже империя. И на этом Александр, также... подождите, я хочу вот о чем сразу спросить, потому что это важная тема. Мы сейчас послушаем как раз еще одно выступление на тему американской империи и так далее, за которое человек с работы слетел, вы знаете кто. А почему американцев не называют имперцами? Их же не называют, вот рядовых россиян называют, а рядовых американцев нет никогда, ни в каком контексте, даже в России. Если мы вспомним работу Ленина, она называлась... Империализм как поздняя стадия капитализма. И американский империализм – это то понятие, которое в Советском Союзе использовали до самого последнего момента, по инерции в 90-е. И сейчас часть политологов России тоже говорит об американском империализме. Угу. Это говорит о том, что сам вот этот вот терминология имперскости, она в значительной степени пуста. Необходимо говорить о диктатуре или демократии, или же об агрессивной политике внешней, или же политике миролюбивой. Вот и все. Понятно. Спасибо, Александр. И Александр Харебин. Но вы согласны уже с именем Александр Первый, наверное. Александр, как вы считаете, а почему все-таки часто это звучит, я это слышу и в дискуссиях, и в упреках, вот был, не буду сейчас называть, все знают, из названия одна либеральная телекомпания очень пострадала в одной замечательной либеральной стране, именно потому что ее обвиняли в том, что она... есть проявление имперскости. Тем не менее, все-таки это звучит. Как вы считаете, в чем видите ли вы эти синдромы имперскости у рядовых россиян, у политиков? Считаете ли вы, что все-таки они обуреваемы этой манией расширения территории? Или это все-таки, вот, как говорит Александр Подробинок, борьба за существование, которая сопровождается попытками насаждать страх? А война – это страх. Вы знаете, Александр Первый, он объединил Европу после победы над Наполеоном. Я надеюсь, все-таки каким-то совместным путем Россия когда-нибудь, при не нынешней власти, а иной власти, придет в эту Европу. Отвечая на слова Александра Гагуна, извините, если я ошибся, я не путаю европейскую Россию и нацистскую Россию. Я совершенно четко понимаю, что европейская Россия, мы говорим о категориях 20-21 века, когда после Ельцина была иллюзия, что Россия следует туда. То есть мы говорим отрезками. То есть обсуждать там, понятия исторических названий, конечно, лучше в контексте исторических отрезков времени. То есть Россия 2000-х и Россия 20-21 века — это совершенно разные государства. Если же совсем про историю, совсем чуть-чуть, Петр Первый, который фактически привел Россию, знаете, вы как историк, вы должны понимать, вы, я думаю, знаете такого Арнольда Тойнби и его книгу «A Study of History», «Постижение истории в российской интерпретации», который рассказывал о взлетах, падениях цивилизации, рассказывал о цивилизациях, как они погибали и чем заканчивались цивилизационные истории. И я напомню, что по Тойнби именно творческая элита является движущей силой любой цивилизации. Возвращаясь к Хазанову, это как раз та творческая элита, которая привела Российскую империю, российскую цивилизацию, русскую цивилизацию к тому нынешнему состоянию и в отношении к другим странам, и внутренней истории, чем она оказалась. Касательно россиян, на мой взгляд, опять же, находясь в Украине, имея совершенно четкое понимание, что происходит, на мой взгляд, имея четкое понимание, будучи гражданином Украины, на которую напала Российская Федерация, я могу сделать поблажку для российского народа и сказать, что давайте предположим, что российский народ и российская цивилизация, русская цивилизация оккупирована российским государством. То есть фактически российская власть, как олицетворение российского государства, как инструмент российского государства, как и есть оккупационная власть. Давайте я оставлю русской цивилизации право на выживание и на право находиться в учебниках цивилизации, быть частью мировой цивилизации. Но только при одном условии, что русские примут факт, что над ними находится оккупационная администрация, и то, как ведут себя русские на своей территории, русских. Я сейчас не делю многие нации и народности, входящие в так называемую русскую идентичность,
тоже такой интересный факт, когда все, кто проживал на территории национальных образований Российской империи, одновременно стали русскими. Так вот, если они примут свой факт, то этот факт, что они фактически подвержены Стокгольмскому синдрому, и они принимают эту не генетически врожденную, а пропагандистски встроенную в голову историю про русскую цивилизацию или Российскую империю, скорее всего, корректнее Российскую империю, ну тогда, наверное, после падения Российской империи, новой, нео-Российской империи, наверное, тогда у них наступит какое-то прозрение, очищение. Это то, фактически, что сделала нацистская Германия. Да, это заняло десятки лет. Да, это пока Вилли Брандт не стал на колени, не покаялся за преступление нацизма. Да, Германия оставалась нацистской Германией очень долго. И неважно, там, кайзеровская империя или какая-то. Но Германия и Европа, она очистилась от имперских историй. Британская империя стала большим государством. Да. Цивилизация, она осталась фактически частью западной цивилизации, была будучи Британской империей. Русские не покаялись. Они не покаялись ни за начало Второй мировой войны, и за то, что фактически стали инициаторами Второй мировой войны. Русские не покаялись за сталинизм, сейчас фактически сталинские репрессии становятся во главе угла, и фактически Россия аккуратно сползает в 33-й, пока год 39-й, наверное, ну, хочется верить, что все-таки жажда жизни спровоцирует русских в широком понимании граждан снести эту власть и начать думать о том, что жизнь за пределами так называемой цивилизации либо так называемой империи несколько иная. Так вот, Петр I забрал технологии, забрал науку, забрал образование, стал почему-то называться европейской. Европеизировался по факту, но при этом Россия не прошла те этапы свободы, которые сделали западную цивилизацию демократической сейчас. То есть по факту мы что, они что-то, русские что-то украли, но забыли понять, как им пользоваться. Вот и вся трагедия. Потому что, знаете, есть такая, ну, господин историк, она точно знает, номадическая цивилизация, да, то есть это такая кочевническая цивилизация, которая там через монголо-татарское иго вторглась на территорию западной цивилизации, потопталась по Древней Руси, по Киевской Руси, и фактически застолбила это кочевническое отношение, потребительское, где человеческая жизнь не стоит ничего, как саранча. Приезжаем, обносим, улетаем. Вот где-то на этом уровне мое украинское понимание того, что сейчас происходит с Россией и с русским народом. Спасибо, Александр. И мы сейчас включаем улицы Москвы, спрашиваем прохожих, считают ли они русских имперцами. Я думаю, мы уже давным-давно отошли от имперцности, вот от этих всех дел. Россия, как записано, ну, все-таки является федерацией, а не империей. Поэтому давайте вещи будем называть своими именами. Поэтому недостаточно близко, но если брать момент того, что Россия — это федерация, и то, что в нее входит очень много, ну, можно сказать, что империя, просто с другими словами. Но при этом, думаю, да, все-таки. Нет, не могу. Я за то, чтобы все вернули обратно, то, что было принадлежало нам. Могли бы вы себя назвать имперцем? Имперцем? Ну, я российский человек, россиянин, все. Это вопрос для философов, а я обыватель. Мне комфортно в империи. Не знаю, мне кажется, то, что конкретно сейчас, вот нынешняя форма страны, она более актуальна, она все-таки движется, ну, так сказать, в будущее, и мне кажется, она более удобной. Сейчас происходит вот на сегодняшний момент, что все нелегитимно. И даже не было демаркации границ, да, после развала Союза. И в ООН зарегистрировано, по мнению юристов, да, только СССР последняя. Вот. После империи, скажем так. То есть РФ даже там не зарегистрировано. Поэтому мы сейчас вообще тут нелегитимно все происходит. С этого хотя бы надо начать, потому что дойти до империи. Нет, я себя называю человеком прежде всего. И не ставлю на себя никакие такие громкие лозунги, типа имперец, демократ или еще кто-либо. Просто человек, которому приятно жить, где бы он ни находился. В наше время, думаю, нет. Это не очень популярная сейчас тенденция в нашей стране. Может, есть какие-то отдельные категории людей, которым это интересно, которые заинтересованы в этом, но в основном, я думаю, нет. Положительно. Потому что, ну, Россия была до 17-го года, царская Россия, и после царской России. Ну, это я почти не отдаю, конечно, царской России. Она была все-таки там православной страной очень сильно.
Вы знаете, я серьезно сомневаюсь, что большинство граждан придерживается такой точки зрения. А если оно и придерживается, то оно полностью отдает отчет, что не обязательно надо быть русским, чтобы быть жителем России. То есть жители, так сказать, представители других национальностей, они не видят никакого угнетения со стороны русских. Вот я как считаю. Я думаю, что да. Имперское мышление у целого ряда сразу существует. И у России в том числе. И, в общем-то, да, сильная армия, сильное государство. Как гражданин России, да, Россия должна выйти победителем, она должна сохраниться именно как империя. Вот такие мнения, не комментируем, пишите свои. И сейчас мы предлагаем внимание наших уважаемых гостей фрагмент статьи. Мы уже говорили об этой статье, но мы говорили в общем о самой ситуации, как Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады, написал статью, за которую его выгнали с работы. Потом коллектив вступился, письмо вступившегося коллектива провисело только час на сайте независимой газеты и было убито, наверное, администрацией президента. Но мы еще раз вернемся к этой статье в связи с нашим разговором, потому что и зададим вопрос гостям, если, хорошо, допустим, нет имперскости, но есть ли постимперский синдром и возможен ли он без имперскости? Давайте послушаем этот фрагмент. Сегодня на планете существует всего лишь две неформальные империи – США и Китай. Россия представляет собой бывшую империю, наследницу советской супердержавы, переживающей крайне болезненный синдром внезапно утраченного имперского величия. Его особенность в том, что он не проявился сразу после распада СССР в 1991 году, а дал о себе знать гораздо позже, с приходом к власти Путина. Через 30 с небольшим лет отложенный синдром приобрел угрожающий характер. Не секрет, что после распада колониальных империй у всех метрополий возникала неизбежная ностальгия по утраченному величию, так называемый постимперский синдром. Он формировался практически сразу же, когда было понятно, что былое колониальное могущество рушится. Например, Уинстона Черчилля не очень-то радовала победа во Второй мировой войне. Он не мог смириться с тем, что эта империя разваливается у него на глазах. То же самое можно сказать и о его современнике, генерале Шарле де Голле. Воспитанный во французском обществе с имперским сознанием, он не мог привыкнуть к тому, что Франция безвозвратно теряла одну за другой свои колонии. Но преодолев свои имперские чувства, они все же сумели приспособиться к принципиально новой ситуации. Современная Россия, оказавшаяся главным преемником советской сверхдержавы и испытывающая ностальгию по былому величию и утраченному влиянию, несмотря на свой малый удельный вес в мировой экономике, все еще обладает сильным экспансионистским зарядом и амбицией глобального геополитического воздействия. Быстро создав после победы во Второй мировой войне сферу собственного регионального и глобального влияния, а с распадом Советского Союза мгновенно утратив ее, современная Россия пытается безуспешно взять запоздалый реванш. С этой целью она инициировала создание новых интеграционных объединений, формируя тем самым собственные геополитические поля и пространства. Пытаясь сплотить вокруг себя на антизападной платформе бывшие колониальные и угнетенные народы стран Азии, Африки и Латинской Америки, Россия претендует сегодня на роль лидера глобального большинства. Однако составить реальную конкуренцию США и Китаю и превратиться в самостоятельный геополитический антизападный локомотив она пока так и не сумела. И при помощи вновь создаваемой государственной мифологии вряд ли уже сможет. Цель всего этого вполне очевидна. Погружающее собственное общество в мир иллюзий бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом. В условиях информационного века, замещая реалии иллюзиями, Россия словно заставила в прошлом, все еще уповая на царя-батюшку, пытаясь при этом безуспешно вернуть себе былое величие, утраченное владение и мировое влияние. Нынешние отечественные клевреты авторитаризма без стеснения отождествляют главу государства с самим государством, временного властителя страны с великой национальной и исторической константой. Вот я вновь хочу обратиться к Александру Подробейнику. Александр, с одной стороны, это абсолютно то же самое, что пишете вы. Цель всего этого вполне очевидна. Любой ценой сохранить власть. Но тут же он добавляет, то есть он не видит тут противоречия. В условиях информационного века, замещая реалии иллюзиями, Россия безуспешно пытается вернуть себе былое величие, утраченное владение и мировое влияние. То есть все-таки... Не только. То есть вот он вторую вот эту мотивацию он добавляет, Валерий Гарбузов, вернуть, сохранить власть любой ценой навсегда и все-таки вернуть территории, влияние. Здесь вы с ним не согласны. Можете повторить это, да, что вы не согласны. Только я, честно говоря, вообще не понимаю. Мне кажется, здесь очень сильные противоречия.
С одной стороны, власть борется за то, чтобы внедрить в народ сознание имперскости, да? Чтобы построить империю, пропагандирует это. А с другой стороны, автор признает, что все силы направлены на удержание власти. Но если бы общество было действительно имперски настроено, то не было бы задачи удерживать власть, она бы была подарена этому кесарю. Я вообще не очень понимаю, честно говоря, вот эту вот терминологию. Мне кажется, она очень неточная. Мне сдается, что метафора здесь очень неуместная. И империя – это метафора. И когда говорят, что Россия нацистская или Украина нацистская, это все курам насмех. Это нелепость. Какая? Когда Путин сказал, что на Украине нацизм, да, ну, первая реакция была, здесь смеялись над этим просто. Ну, что за бред? Теперь на Украине нам наш эксперт Александр Первый объясняет, что Россия – это нацистская страна. Ну, помилуйте, какой в России может быть национал-социализм? Ничего этого нету. Ни фашизма, ни национал-социализма. Это классическая персоналистская диктатура, с окруженная олигархами и помощниками. Ну, мне кажется, надо быть очень точнее в формулировках, тогда, может быть, будет яснее. Я понимаю, будет. Это как сам факт нападения. Он классифицирует, что только вот такое государство могло совершить вот такую же аналогичную агрессию в Европе. Если говорить имперскость или нацизм, или фашизм, просто как ругательство использовать, да, как дети во дворе играют в войну, тогда да, тогда это годится. Для такого уровня разговора это годится. Но если говорить серьезно, то надо понимать, что такое национал-социализм, что такое фашизм, это, кстати, не одно и то же, и какое это все имеет отношение к России или в Украине. Это все нелепо. Спасибо, Александр. И я обращаюсь к нашему историку Александру Гагуну, Александр II. Александр, все-таки этот имперский синдром, постимперский, о котором пишет, не знаю, назвать его, ну да, коллега, он же историк тоже, Гарбузов, бывший теперь уже директор Института США и Канады. Считаете ли вы, что он существует? И если вы с ним согласны, с вашим коллегой-историком, что Россия страдает им опасным постимперским синдромом, то как можно описать его признаки? Вот он описывает, он, скажем, вот эти истерические создания, каких-то структур, что-то попытки Азию, Африку выстроить под уход от колониального гнета и так далее. Как бы вы описали, если вы согласны с ним, что он существует, его признаки? Я не буду описывать признаков этого имперского синдрома, потому что как раз это понятие имперскость в статье очень внятно замазано, заболтано и тем самым показана его бессмысленность. Он говорит, в мире осталось две неформальные империи – США и Китай. Это два противоположных государства. США – это лидер демократического свободного мира, столб, гарант демократии на планете. Китай – это центр мирового авторитаризма, это тоталитарное государство. Их региональная политика, когда стерилизация химическая уже сейчас идет уйгуров в КНР, и американский федерализм, когда малые штаты обладают большим процентом голосов, чем пропорционально, чем большие штаты, это черное и белое. И вот здесь все сваливается в одну корзину. Нет, подождите, мы просто не все читаем, он не сваливает, он подробно описывает, что такое современная Америка и насколько она привлекательна, и почему она лидер. И он описывает, что такое, как он понимает Китай и его имперскость. По-другому совершенно. То есть он все-таки это описывает. Это мы сократили, он это все это делает в своей статье. Другое дело, это что пока вы не согласны. Что имперскости никакой нет. Это разговор о каких-то фантазиях и химерах. Если мы две принципиально разные страны, две сущности, другие два режима, свалим в один момент... Давайте в Россию. Хорошо, перемещаемся в Россию. А в России этот синдром есть постимперский или нет? То, что люди часто используют эту империю, слово «империя», это показывает какую-то направленность определенной части общества. Вот весной, когда группа Ходорковского собиралась в Берлине, они приняли декларацию, где один из пунктов был такой, что будущая Россия должна отказаться от имперской политики внутри страны и за ее пределами. Это что означает? Развивать федерализм или же
национальной территориальной автономии исключить из состава России. Демилитаризация России, отказ от агрессивной внешней политики или вообще полное разоружение – это не, звук фактически пустой. Угу. Поэтому все внимание должно быть на то, что каждая страна проходит стадию определенного развития, а не то, что одна цивилизация у нас кочевничая, а вторая вот там производящая какая-то. Нет, все народы проходят разные стадии развития, и, как мы заметили в 20 веке, одним из самых успешных моментов в истории 20 века это был марш демократии. Сейчас он временно затормозился, но, как показывают сложности в авторитарных и особенно тоталитарных режимах Китая, я думаю, что изменения не за горами. Спасибо вам, Александр, за ваши комментарии. И я перед тем, как передать слово Александру Харебину, все-таки хочу вернуть вас, уважаемые гости и уважаемые зрители, к той статье, о которой мы тоже говорили. Эта статья, мы говорили о ней, но сейчас мы говорим по-новому, немножечко в другом аспекте, вот в этом имперском. Эта статья, подготовленная для администрации президента, мы уже за эти дни убедились, что да, это, скорее всего, действительно честный черновик секретного доклада, подготовленного Караганов, группой Караганов и его товарищей по Совету по внешней оборонной политике. И вот тут мне хочется познакомить вас с тем, как они видят. Там ведь о чем был доклад, если вы помните? Они перечисляли ошибки, которые совершила российская власть, и указывали методы исправления этих ошибок. И в частности, они тоже, вот как в каком-то смысле, как Александр Подрабинок, они недовольны тем, что на Западе их упрекают в имперскости. Они буквально говорят следующее. «Долгие годы мы уступали навязываемому Западом и ориентировавшимся на него элитам нарративу о России империализме. То есть они не согласны с этим нарративом. И это при том, что все республики жили за счет прямых и косвенных субъектов субсидий Российской Федерации, уменьшившихся, но оставшихся и при новой власти. В результате возник дисбаланс. В союзных странах тема российского империализма, колониализма обсуждается в том числе при активном участии правящих кругов, в то время как в России руководство давало и продолжает давать указания говорить только о совместной истории и текущих взаимоотношениях преимущественно в позитивном ключе, не подчеркивая то, что мы защищали и подняли большинство этих стран на новый уровень развития. А это Киргизия, Казахстан, Таджикистан и так далее. То есть дает установки российское государство. Не надо пугать их нашей имперскостью, считают авторы доклада. После чего тут же предлагают свое представление о том, какой должна быть национальная идея. Давайте послушаем и проверим их на предмет имперскости, наличия имперскости в этих предложениях. Наевшись коммунистическим единомыслием, мы долгие годы отказываемся от выдвижения национально-государственной идеологии. Многие ее элементы прослеживаются в речах президента, министра иностранных дел, но они не облечены в документальную форму и настойчиво не продвигаются. В результате имеем идейный вакуум. Обществу не вполне понятно, кто мы, куда хотим идти. Одним из абсолютно необходимых условий величия страны является именно наличие такой идеологии. Когда страны теряют национальную идею, они перестают быть великими или разваливаются. Так произошло с Советским Союзом, большинством в прошлом великих европейских держав. Растворившись в Евросоюзе, они обрели на время спокойствие, но потеряли стержень развития и обречены на деградацию. Выводы и рекомендации. Остро нужно выдвижение новой, старой, ведущей в будущее, восстанавливающей национальный кураж русской идеи и ее последовательное продвижение и для себя, и в мире. Естественно, разработка требует отдельных усилий, но идея лежит на поверхности. Вот некоторые ее несущие элементы. Мы уникальная страна, цивилизация, объединяющая многие цивилизации, уникально, культурно и этнически открытая, но объединенная вокруг русского языка и, опять же, многонациональной культуры России. Гоголь, Шевченко, Айтматов, Ауэзов – такие же русские, как и Пушкин с эфиопскими корнями, Толстой с татарскими, Лермонтов с шотландскими, Блок с немецкими.
Мы оплот суверенитета и независимости, борьбы против любой гегемонии. Свергли татаро-монгольское иго, разгромили Наполеона, Гитлера, поддержали антиколониальное движение, подорвали фундамент гегемонии Запада последних 5 веков. Военное превосходство, на котором зиждилось его преимущество в политической, экономической, культурно-информационной областях. Сейчас мы военно-политический стержень борьбы стран, народов с остатками неоколониального иго Запада за свободу выбора своего пути. За это нас ненавидят и хотят разрушить. Мы за сохранение истинных человеческих ценностей в противовес античеловеческим, периодически продвигаемым на Западе. Нацизм на Украине, элементы фашизма у себя, отрицание истории, пола, любви, семьи, родины. Нужна духоподъемная долгосрочная программа развития страны, русский путь, нацеленный на выход на новые рубежи величия и благосостояния к 1200-й годовщине основания Руси, к 2059 году, если считать от Новгорода, что логичнее и правильнее. Именно Новгород, а не Киев, мать городов русских. Или все-таки Киева, тогда целевая дата – 2062 год. Такая постановка вопроса придает и нынешнему военному кризису необходимую историческую глубину и осмысленность. Вот, Александр Харебин, я прошу вас оценить это произведение, это предложение кремлевской администрации, потому что все эксперты, разные направленности говорят, что никакой национальной идеи в России нет, все утеряно, утрачено, и пытаются ее формировать. И в том числе Гарбузов тоже говорит, что это что-то аморфное, смешное и не имеющее отношения ни к каким национальным идеям. Считаете ли вы, что эти люди, которые жалуются, что Запад обвиняет их в российском империализме, в имперскости и так далее, создают на самом деле программу ровно такого рода, от которого они открещиваются? Или здесь этим не пахнет? Вы знаете, мне сложно спорить с историками, но я все-таки попробую, обладая определенной компетенцией, квалификацией, эрудицией. Есть такой доктор Лоуренс Брид, британский политолог, который в свое время создал и развил, и это было принято международным сообществом, 14 признаков фашизма. Российская пропаганда активно использует эти признаки фашизма, когда описывают фашистские режимы Гитлера, Муссолини и так далее. Если коллеги, либо наши зрители посмотрят, кто такой Лоуренс Брид, эти 14 признаков фашизма, вы совершенно четко увидите эти признаки в существующей до 22 года Российской Федерации. Я буду утверждать постоянно, пока не поменяется демократически в России, либо путем поражения России на демократическую страну, что Россия — фашистское государство до 22 года. После 22 года Россия стала нацистским государством в понимании крайне ультраправой формы фашизма. То, что мы сейчас слушали выступление Караганова и признаки русского, не Караганова, а... Группы товарищей. Караганова и это Караганов, конечно, с группой товарищей. Да. Слушайте, чем это отличается от величия арийской нации и превосходства русского, так называемого русской нации, потому что они единственные хранители богоизбранный народ, хранители ценностей и всего остального, даже Христос собственный у них, понимаете ли. То есть все никак мы не можем, они не могут, Россия никак не может понять, то ли она Третий Рим, то ли Вавилон. И мне сложно сейчас понять вообще, четвертый рейх фактически уже сейчас. Простите, находясь в Украине, видя то, что русский солдат, русское оружие, русские военные преступники делают с моим народом, с моими гражданами, с детьми, называть иначе, чем это нацизм и фашизм, в зависимости от того, кому это адресуется, я не буду. Более того, если действительно у вас не стокгольмский синдром, то вы в конце концов признаете, что действительно Россия скатилась в такие формы политического правления, политической жизни. Спасибо. Касательно услышанного. Да. За последние несколько лет Россия скатилась крайнюю форму продвижения российского мира, российского нарратива. Когда руководитель Российского института изучения Америки сказал о том, что фактически в мире осталось две империи. Это нарождающаяся Китайская империя и Американская империя. Я хочу обратить на одну важную вещь. Обе эти империи продвигают свои интересы с помощью soft power, мягкой силы. Кто-то через коммерцию, кто-то через фактически через коммерцию, через доллар, кто-то через либеральные ценности, идеологические. Но никто не начинает глобальную войну
против когда-то, это очень важное слово, из российского нарратива о братских народах, против когда-то колыбели русской цивилизации, украденной. И когда коллеги из офиса Александр, тут надо еще добавлять, объявляя чужие территории своими. Это же очень важный момент. Территории чужими присоединяя к своей. Никто не рассказывает о том, что украинцы неправильные русские, что украинцев нужно перевоспитать и сделать их правильными русскими. И когда эти товарищи в вашем видеоэфире говорят о том, что они победили монголо-татарское иго, ну это просто гомерический хохот. Они же и стали этим монголо-татарским игом. То есть это фактически последняя война Золотой Орды против Киевской Руси, против западной цивилизации. Вот как это видится западной цивилизацией. Кто напал на кого и почему Запад объединился, почему западная коалиция помогает Украине в тех масштабах и с тем идеологическим подъемом, да потому что они боятся второго монголо-татарского ига. Спасибо, Александр. И слово Александру Подробейнику. Александр, я очень хотела бы, чтобы вы оценили все-таки тот документ, который вы услышали, потому что вы тоже говорили. Они вам добавляют, видите, вы говорите, что там ну, какой-то отстой, вот эти старые советские нарративы, Великая Отечественная война, дух русского народа-победителя. Они вам добавляют еще иго и целый список вот этого. А как это оценить? Вот то, что они предлагают считать глобальной национальной русской идеей. Как это оценить? Вот как, какие вы термины к этому подберете? Вы знаете, был давно дан хороший совет. Не читайте на ночь советских газет. Я его актуализирую. Не смотрите на ночь советского российского телевидения. Ну, это шоу, понимаете? Это шоумены. Это такие придворные кремлевские шавки, которые исполняют вот этот вой по заказу. Они должны дать какое-то идеологическое обоснование репрессивному режиму, агрессивному режиму. Они его ищут, кто где может. Они ищут национальную идею, они углубляются в историю, начинают спорить о том, где была настоящая Русь, в Киеве, в Москве, в Новгороде. Все это не имеет отношения никакого к реальной сегодняшней жизни. Вообще исторические события не могут быть аргументами для решения сегодняшних политических проблем. То есть это хорошо на обывательском уровне рассуждать об этом, но для того, чтобы решать сегодняшние проблемы, не надо копаться в тысячелетней истории. Там всего хватало, очень много чего было у каждой страны. Существенно, и я тут совершенно согласен, Александр Гагун совершенно правильно говорит, что важно содержание страны, важно, каков этот режим, как он относится к демократии, как он относится к правам человека, как он относится к суверенитету других стран. Вот это вещи важные. А как их называть, это совершенно другое дело. Но вот то, что мы видели, вот эти вот пляски, да, у Соловьева, Караганова. Ну, послушайте, к этому нельзя относиться серьезно. Это не народ, это не общество. Это такое шоу, которое должно было бы, по идее, по их идее, может быть, зажечь общественное сознание. А, скорее всего, даже и этого нету. Это шоу для Путина, для того, чтобы... Как же нету, когда за эти годы они действительно создали общество, которое верит, что в Украине фашизм? Ну как же нету? Как же они это сознание? Они его деформировали, еще это мягкое слово деформировали. Откуда вы это взяли? Откуда вы это взяли? Ну, то, что у вас нет таких знакомых, ни о чем не говорит, Александр. Знакомые есть. Ну а откуда мы вот с улицы взяли это? Послушайте, в Соединенных Штатах есть институционализированные расисты. Есть Ку-клукс Клан, есть расист. Мы что, будем говорить, что США – это российская страна? Из-за того, что там есть такие люди? Из-за того, что есть российские проповедники? То же самое можно сказать и здесь. Но я вас уверяю, вот так... Простите, пожалуйста, но этих людей в России, таких людей, ну как нет, ну их много. Я их встречаю на улице, я их видела, я с ними разговаривала, они существуют. Ужас в том, что они существуют и за пределами России, еще неизвестное процентное отношение их, которые верят этой пропаганде. Они сидят в Германии, нас Александр II не даст соврать, и верят этим вещам, которые несутся... Такие люди есть везде, и они есть в России. Это не значит, что все российское общество таково. Эти люди сегодня, вот эти вот... Здоровое все, то есть оно не заражено... Они играют первую скрипку.
Потому что власть играет в унисон с ними. Вернее, они играют в унисон с властью. Да? Они пользуются поддержкой. Их голоса слышны. Вы не особенно-то услышите на улице при опросах мнение людей, которые очень критически относятся к власти. Ну, да. Вы знаете прекрасно, что люди, которые давали, в том числе и на радио «Свобода», давали на опросах свое интервью, поплатили да, за мы, это. Да, мы это уже, да, только, кстати, обсуждали только что. 68% считают россиян все-таки имперцами, и 32% не считают. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода»,